Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль» проходит в Саратове в 9-й раз. В этом году он приобрел статус международного. Свои работы прислали участники 29 регионов России и 25 стран зарубежья. Жюри смотрели 445 фильмов, что составило 30 часов видеоматериала. Участники съехались в Саратов, и целую неделю у них происходили какие-то мероприятия, такие как мастер-классы по разным направлениям, и мультипликация, и сюжетные ролики, и игровые фильмы. Все эти мастер-классы мы смогли посмотреть онлайн, потому что мы попали только на закрытие. 4 работы медиа-студии «Фристайл» детской школы искусств номер 2 попали в шорт-лист фестиваля. За 2 фильма саровчане получили специальные дипломы. В фильме «Дерево добра» отметили сплоченную актерскую команду, а работа «Дед, меня все достало» получила приз за идею и художественное воплощение. «Дед, меня все достало» – это игровой ролик. Причем на мастер-классе по игровым фильмам мы обратили внимание, что наш фильм разбирали, обсуждали, насколько сюжет был продуман детьми хорошо, и что показано то, что детей на самом деле волнует. В фильме «Дерево добра» ребята рассказали об одном из отделений детской школы искусств – художественной обработке дерева. Медиа-студия «Фристайл» 3-й раз участвует в этом конкурсе, и 1-й раз был для саровчан победным. Фестиваль «Киновертикаль» проводится при поддержке фонда президентских грантов. Президент фестиваля – режиссер-мультипликатор Притюрканского кинофестиваля Гарри Бардин. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.